Так, это запись, вот он аэропорт Толмачёв. Видео. Все, я пришел сюда в 2 часа по местному времени. Вылет, ну где-то в 12. Часов 10 просижу здесь. Никуда мне не охота идти больше. Встречу алтайцев. Говорить. Хотел выйти самолет и посмотреть, бесполезно. Чтобы зайти, шмутки, все обсматривать. Я вышел, сейчас посижу маленько, подумаю. Зайду, снова меня там будут обсматривать. Такие порядки. Полина, ты же упадешь! Аэропорт впечатляет, как будто как на космодром больше похож, чем на аэропорт. Какие дела?